какая-то скважина. Дверь в виде замочной скважины. Так, женский смех очень громкий. Плёточка, это за вот. Плёточка. Здрасте. Здравствуйте, здравствуйте. А куда? А спускайтесь. Вниз, да? Что было? Страшно. Что случилось? Вы спускайтесь. Да ничего. Доброго вечора вам. Добрый вечер. В целях безопасности всем гостям надевают каску, вручают вагонетку и провожают в кофейный забой. Да уж, с золотой карточкой работать в шахте. Конечно, так атмосферно. Все гудит, клокочет. Ух, темнота такая. Реально можно поверить, что... Я... Какая же зараза тяжелая. Все. Ой, мама, приехали. Ваша лопата, прицелим. Что-то мне не очень нравится, как развиваются здесь события. А давайте это, я вам заплачу. Перед нами долговая яма. Та самая. Именно здесь в средневековье держали должников. До тех пор, пока кто-то не заплатит их долг. Сидеть в яме холодно, тесно и страшно противно. Дружище, Костянчик, дай денег чуть-чуть, пожалуйста. Я тебе верну. Я золотую карточку сниму, я тебе верну. Костя, отдай хоть, боже мой, отдай хоть 10 гривен. Я ему отдам и все. Дай денег. Ох ты, зараза, я тебя кормила! Я тебя... Давай верни! Иди сюда, верни! Верни, Костя! Костя, верни! Масло! Ухи-палки! Слава Украине! Героям слава! Героям слава! Це моя відповідь. Клас, круто! Деякі гості з Росії приїжджають. Я їм завжди кажу, ви є росіяни. А москалі, це є такі, так би мовити, особи, які мешкають на Україні, їм нічого не подобається, і погода їм не така, і страви їм не такі, але падлюки не хочуть виїжджати звідси. Це про мене. Я піду. Ну то що ж, пане? Ваш рахуночок буде становити всього-навсього 621 гривню. Ничего себе! Ну, не знаю. 621, і це на чай ще сколько? Ну, 100? Ми вже чай там врахуємо, розумієте? Так. Так, стоять. 620 – это много. Тебе серьезно. Серьезно, ну сколько? Ну серьезно, ну я не знаю, ну для того, давайте, чтобы... Я могу, ну 40 гривен за это заплатить. 40 гривен, это да. Вы так оцениваете, вот такие 5 мазаночек, специально сделанных, с хорошими давними еврейскими такими 45. Традициями. Наливочка. 45. На яку наш дядя Песик и своих не пожалел, и вы так оцениваете старания, это что же, ну, это не серьезные гроши, что за 45 гривен? Все, давайте 50 и все, правда, ну реально. Ну 50, ну максимум, то что стоит до 50. Добре, я вам до 600 гривень опускаюсь, менше, ну 50 гривень не забудьте, в нас тут такі маленькі суми навіть не знають, розумієте, що це за гроші, ні, це... Як я можу ще скинути бабло? Як? Ну я можу вам запропонувати, от не знаю, зараз помити підлогу у нас, розумієте, от... Так, все, давайте живем с вами как дети. Торгуются. Добре, ну я так сам. 100 гривен, максимум. Все. Ничего. Все равно за мало. 100 гривен. За мало. Да это 100 гривен, это же капец. Вот что? Да я во всех странах за 100 гривен можно сутки жить. А в Израиле вы были? Знаете, вот, ну, наверное, это уже привычно, если... Слава Украине! Героям слава! А еще информация, что среда с москалик зависит, а? Может, кто-то подскажет, где тут есть москалик, а? Зізнаємося? Я не знаю. Як не знаю? А ну скажи пиво. Пиво, ну что, пиво? О, пиво, казав! А ну вставай! А ну, москалик, вставай! Я тебе там зараз дам пиво. Біжи вперед, в карцер, он там. Карцер! Не говори багато, так. В карцере темно и пахнет мышами. Есть у нас один тест.
Якщо заспіває гарну українську пісню, буде жив. Не заспіває, пристрелимо. Ну як, будемо співати чи як? Я не вмію. Що не вмію? Співати. Ану давай щось там, ану давай, ану спробуй. Как упоительно России! Я тебе зараз шпака як запущу туда. А ну давай співай українською. Ти знаєш, що тебе українська мова? Гаразд, все, все. Так, о, бач, гаразд, вже заспівав інакше. А ну давай. Холодно, як би не було і як би не дуло. Ну добре, москалю, живи поки що. О, фу! Виходимо, давай, давай, давай. То не поможе, виходимо. Тут дуже дорого сидіти. Все, 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 все. Все, какой все? Все.